Покончить с разгулом киберпреступности в стране могут только сами граждане, заявил сегодня вице-министр цифрового развития. Что же касается государства, то оно, по мнению Асхата Уразбека, сделало все, что для этого необходимо. Государственные информсистемы защищены. То, что требуется государству, с точки зрения технической защиты, мы это сделали. Мошенники сразу звонят, после того, как пытались получить доступ к порталу, сразу звонят, получается, гражданину и спрашивают, сообщите нам код. Этот код нельзя говорить никогда. Это код предназначен только для вас. Напомню, накануне депутаты Мажилиса заявили о налаженной схеме мошенничества, в которой якобы замешаны высокопоставленные чиновники и банкиры. В профильном министерстве, судя по сказанному сегодня вице-министром, корень проблемы видят исключительно в цифровом инфантилизме самих жертв мошенничества. В Минцифры давно настаивают на обучении кибергигиене в школах. Министерство даже готово предоставить учебным заведениям видеоуроки. Приглашать на них Асхат Уразбек считает необходимым и родителей. Такие...